Я был в первый раз на участии на этом форуме. Я не медик, я экономист, я работаю в высшей школе экономики. Меня пригласили на сессию, посвященную неформальным платежам в онкологии, в здравоохранении, где я имел возможность представить результаты наших исследований, практик неформальных платежей, некоторые цифры об их распространенности в России, о динамике этого процесса. А коллеги выступали с акцентом на причины неформальных отношений, неформальных платежей, как они влияют на результаты медицинской деятельности и как с ними бороться. И было очень позитивно услышать от аудитории, остался такой живой обмен мнениями. Это были не только доклады, а дискуссия очень интересная. Было интересно очень услышать от участников этой сессии, это врачи в основном, что врачи сами, многие врачи против этих практик, и они готовы с ними бороться. И вот это была первая такая серьезная позитивная идея этого обсуждения. И вторая, к чему нас призывали активно западные коллеги, что и пациентам, и врачам, и экспертам надо активнее объединяться и активнее предпринимать усилия по привлечению внимания к этим практикам, по увеличению, усилению прозрачности в финансировании здравоохранения. Потому что это обмен мнениями, это взгляд на твои результаты, на твоих исследования немножечко с другой стороны. Всегда какие-то новые аспекты открываются, всегда очень полезная критика, что-то ты, может быть, недоучел или куда-то нужно двигаться раньше. Это всегда очень полезно.